Так. Ну что, всем привет, друзья! Сегодня у нас особый человек в нашей прекрасной студии. И кто это у нас? Сын. Ой, как мне жестко придется тебя запикивать. Камон! Ребята, ну как вы поняли, сегодня у нас особый видосик будет. Это у нас будет прямое включение из Антона Ванны. Ванны Антона, он же Триборгович Антонович. Антон, ну ребятам, то объясни, ну где ты пропадал? Где был? Что с тобой произошло? Тебя собака укусила, наверное, да? Да нет, не собака. Были некоторые трудности. Ага, трудности называются как правильно? Работа. Поэтому, ребята, работайте и, конечно же, пропадайте, как Антон Триборгович, Триборг Антонович. Ну что, ты готов? Всем советом. Во, всем совет. Ты готов сегодня пилить контент для пацанов? Готов, во все оружие. Во все оружие. А как ты думаешь, что тебя ждет? Ну, один на один, наверное. Наверное, но... Это чуть-чуть позже. Поэтому, ребятки, приступаем к созданию контента. А что, если у нас сегодня две кнопки? Это Лина плюс Сикер. Дай Vision. Уф! Да ладно! Кинул. Есть две, да? Уф! Есть? Три. Спасибо, извините. Мы тут мимо проходили. Я просто мимо проходил! Тут подзависнуть можно и вон Найк, смотри. Дал тебе первую. А, иллюзия. Две тычки. Иллюзия. Я думал, иллюзия. А это иллюзия говорит. Две тычки дал и проказ просто под двумя или тремя лапами. Так, ну что, друзья, у нас сегодня рубрика «А что если?» И «А что если?» у нас сегодня две кнопки. Это Лина плюс Сикер. И, конечно, как вы поняли, сегодня мне будет это помогать Антонио Бандерас. Нет, не Бандерас, а просто Антонио Триборгович. Давно вы его ждали. Антон, ты не умер там? Нет, да вот еще колыхаюсь. Ты еще дергаешься в конвульсиях, да? Еще сдох, да, еще не сдох. Но скоро. Скоро. Окей. Смотри, в общем, по комбинации, ребятки, в целом у нас по комбинации все максимально просто будет. Это Лина просто, которая вот так вот делает. Это просто уничтожение под амплификацией Сикера ультимейтом. Просто уничтожение мы сделаем. И, конечно же, это будет очень жестко. Сегодня роль у Антохи будет крайне простая. Смотри, антимага взяли. Самый кайф. О, действительно. Он думает, тебя законтрил. Он думает, он меня законтрил. Смысл в том, что, короче, мы просто будем увеличивать дэмэдж с помощью Blood Rage, с помощью первого спелла Seeker. Мы увеличим дэмэдж ультимейта Лины и унесем их всех в таверну на каких-то там несчастных 80 секунд. И, ну, это получится очень жестко. Там два резистера, а мне все равно на резистеров. И, конечно же, ребятки, ну что ж нужно сделать? Во-первых, это отметить приход очень интересного человека в сегодняшнюю нашу студию. Это Антонио. Надо, конечно же, ребята, ну овацию, лайк, все, постучите, похлопайте. Антоха, ты сам как, рад вообще, что появился в нашей жизни снова? Да, я рад, действительно, но для меня это сейчас как впервые немного. Ты давно в первую доту не играл, да? Не, играл, вот я как вернулся, но саму рубрику и на публику. Как бы вот это пока как первое. Да нет, это все нормально, это все наживное, это все, как говорится,
проходится и все нормально становится. Самое главное, ребятки, это не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. И, кстати, не забывайте еще подписаться на ТГшку. В ТГшке мы просто ведем какой-то лайв. Там, конечно, лайв-контент, можно так выразиться. Плюс там есть анонсы, различные видосы, общение. Самое главное, кооперация на то, чтобы зайти поиграть там совместно или как-то еще, не знаю. Ну, то есть там ребятки написали друг другу там, о, давай сыграем, ну, давай сыграем, и они в итоге играют. То есть, если хотите проводить время по кайфу, конечно, залетайте в ТГ, там кооперируйтесь, играйте. Ну и самое главное, еще, конечно же, получайте анонсы о новом контенте, который выходит. То есть нигде анонсов нету по поводу контента, а там есть, между прочим. Ну а YouTube, конечно, чем больше подписок на YouTube, тем больше мотивация для создания таких видосов. Поэтому, ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться. И двигаемся. Что-то на топе мне руну, конечно, Антох не дают. Но внизу забирайте. Я даже не буду на топе что-то делать. 4 героя пошли там. Уф. Короче, все, отработал. Закрывай, короче, контору. Уф, я устал. Что-то затараторил, знаешь, как обычно, если запускаешь, подрубаешь, там контент туда-сюда, и там быстренько так. Поехала, завелась бензопила. Смотри. А что если поставить на базе вард? Это гениально будет. Так, я не буду там. Это новая рубрика. А что если вард поставить? У меня тут новая рубрика, это двое в миду, это первый момент. И, конечно же, у меня еще двое в лесу. Вот тут на... гениальный контент, кстати. Слушай, у меня двое на миду, что делать? Вау. Я не знаю. Спросить, чтоб тебе пришел кто-то второй, либо... Ну так надо в пятером встать на мид просто. Логично же. Против стримера это закон. Так, самый кайф, я еще зашел с аккаунта, с которого я не заходил около года, наверное. И все равно узнают. В этом проблема небольшая. Так, я, конечно, не профессионал в этой игре, но мне кажется, я тут дабл мид выиграю. Как тебе ощущения мои? Слушай, у них трипл мид, походу. Давайте по одному, я вас всех победю сейчас. Сейчас шторма убью, короче, чекай. Наверное. У меня Warcraft просто свернулся, ты чё? Я не сдох там, найс, я еще живой, но я умираю. А что если подпортить жизнь стримеру? Да у меня, блин, Warcraft свернулся просто. Я мог сейчас шторма, наверное, убить, он у меня просто свернулся. Крисаби. Так, Рудги умирает? Нет? А ты посмотри на них. Рудги. Так, Рудги есть. Хорошо, обработали. Так, соло-курьер, хорошо. Килочек-маночек нужно взять. Это вообще какая-то имбовая катка, походу, будет. У меня 3 чела в миду. У меня сворачивается. Это, кстати, знаешь, почему сворачивается? Какой-то скрытый процесс, возможно, запускается. Либо оверлей какой-то цепляешь. Может быть. Вот, и, короче, смысл такой. Миссинг 3. Короче, я не знаю. Ух, он с хостой бежит на меня, слышишь? Слышь, они теперь втроем внизу. Слушай, у них, походу... Гей-пати. Гей-секс. Осуждают, что они стоят толпой там внизу. Они зашли на гей-вебсайт. О, как я давно такие видосы не писал, фановые. Ну, я вообще стараюсь каждый видос делать фановый, но, блин. Когда в Дискорде, если честно, я стараюсь ни с кем в Дискорде не трещать, потому что это абсолютно неинтересно, когда ребята без харизмы и просто сидят, не знаю, молчат. Это вообще такой не кайф. Не разбавляется тот самый контент, который должен быть. Лол. Чё там? Они пришли и умерли. Пришли, чтобы умереть. Пуч умер. Пуч умер. Это у меня не это, ну, относительно недавно рофл на стриме был. Короче, стою, тычкую крипов, короче, да, и там дед в деда кидает там эти всякие вот эти магические какие-то шарики. И, короче, один дед другого убивает, и я еще снайпером добиваю того деда и говорю: деда застрелили. Я жестко выпал. Жестко выпал с этой хрени. Не застрелить деда — грех. Грех не застрелить. Так, ну мне, я бы такой снайпер бы подушить, но он крыса вонючка. Я его отзонил. Чё там, миссинги, может, да? Может, тебе придет. Да пофиг, я их перебью. Я, конечно, не профессионал, но я чуть-чуть... не подстригатель. Да, не подстригатель. Парикмахерскую приходишь, тебе парикмахер... Я, конечно, не подстригатель, ты ему вопрос, а что ты тут делаешь? Да что ты от меня хочешь на шторме? Сейчас тычку пану. Слушай, но мне, если честно, мид тут
один пришел, второй пришел, смена. У них, короче, тут какая-то смена власти постоянная. Они сами не знают, кто у них мидер. Или на заводе смена. Там пуч хукает. Ой-ой-ой, я чувствую, эта катка будет божественно. Так, смотри, я курьера соло делаю, только тебе оставляю. Я потому что не могу по-другому играть, уже привычка. Если соло курьера нету, если быстро арт не принесу, потом начинается. Знаешь как? Конечно. Говно, знаешь, когда тронешь, он начинает вонять. Вот это я. Когда без курьера. Камон. Так, смотри. Короче, я, наверное, зарашу аганим сразу и начнем, да, по чуть? Ну, давай, давай, давай. По игровому я тогда замакшу Blood Rage. Да, во, офигенно будет. Я фазики Blood Rage сделаю. Беброп. 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 Бебра. Бебра, честно. Нюхай беброп. Нюхай бебру. У меня проблема, я не могу себе обсерв взять, я рак. Ракушка. Брать, как там картушка, знаешь, да, говорится? Я Рибо. Знаю, как говорят, аноны катоды. Аноды, катоды, вот это. Как я давно электроды. Это не слышал. Аноны катоды, аноны катоды. Электроды. Что за кринж вообще происходит? Что там, шторм? Второй левел бегает, два нулика купил. Слушай, там новичок на шторме какой-то. Ой, ну сильно, короче, не будем душить, мы сейчас зарофлим с ними. У нас, ребята, такие же фидеры есть. У нас особенно на первом слоте. Да. Так, есть. Тут стакаем. Отходим. Аноды, катоды, что? Электроды. Что там и молекулы? Молекулы. Ой-ой-ой. Что за хрень? У вас там, короче, доминантная лайна, да? Лайна. У нас тут придурки какие-то. Я не понимаю, чего они хотят. Да они сами не понимают, чего хотят. Они зашли просто почилить эту дотку. Именно дотку, да? Вот такое ощущение. Побегать чисто рядом. Вот ощущение такое у Пуджа точно. Ну, Пудж такой. Он преисполнился в этой доте, поэтому ему... А, он уже... Дошел до реки, да? Да, ему, то есть, не интересно, впадло играть. Впадло играть. Ну, впадло играть. Такое чисто, впадло играть. Впадло играть. Чисто тупо впадло играть ему. Так, хорошо. Снайпер погибает. Молодым. А так он старый дед там. Снайпер погибает молодым. У меня только крипстат очень сильно отстает. Вначале очень много крипов прогулял. Вот дерьмо. Щит. А, щит, да? Here we go again. А, щит. Here we go again. Так, тебя походу накрыло. Сломался. А что если? Отлично. Пойдем еще подстуцкаем. И там что ли пофить? Не знаю. Как обычно, лагает. Лагает. Not this time. Not this time. Согласен. Антимаг, ВГ собрал. Кстати, по гайдам, молодец. Все-таки это мета, она рабочая. Надо модерку дать. О, кстати, заявочка сильная. По поводу ВГ, кстати, на первым слотом, антимаг, он в этой карте, короче, ну, антимаг это вообще типа фарм, да? Вот ты тупо фармишь. По натуре, да. А, смысл такой, что 85-я карта это карта драк. То есть, если ты вообще не участвуешь в игре, то тебя даже саппорт может перефармить. ВГ если может тебя... будет убивать. Да даже за ассисты, если рядом прошел, тоже неплохо дают. Бывает такое, что прям насыпают. Но смысл в том, что... ВГ позволяет иметь возможность подраться в ранних таких каких-то файтах, сделать там телепорт, что-то сделать. То есть ты не выйдешь 700 хп крип, ты будешь 1000 хп крип. По сути, логика такова, что купил ВГ и нафармил за драки столько же, сколько нафармил бы с БФ, если бы фармил, а может даже больше. Да, а может, может даже и может. Короче, смысл понятен, ракушка она одна. Так, пойдем мид толкнем, стаки никуда не убегут. Ух, там розовый ТПшится. Бедный. Чё говоришь?
Говорю, Дорстаг? Дорстаг это что такое? Дуршлаг знаю, что такое. Не видел этот мемчик, нет? Нет, я видел только не видел. Ты видел невидимого? Я видел невидимость. Значит, МХ. Я видел невидимость. Гениально звучит на самом-то деле. Я видел невидимое. Бью. Оп. Доминейтинг. Так, я не против, если эта катка будет смешанная. Тут рубрика «Догон» тоже будет. Да делай. Но самое главное, это киллов 5-7 сделать именно то, как прям вот надо. Не, это понятно. Это я буду тебе по КД наверстывать. Понятное дело. Но будем готовиться, там будем кооперировать. Стак не стакается больше. Крип тухает. У меня почти есть уже. Ну, к 14 по стандарту сделаю, думаю. О, реген. Неплохо. То, что мне нужно. То, что нужно. То, что нужно. Есть. Чисто календарь перевернул. Или просто я календарь. Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. И вот это чисто 10 часов я календаря. 10 часов мужик простоял на сцене, как у него там ноги не устали. Да вообще, мне кажется, он устал очень сильно. Так, я даже раньше сделаю, слушай. Слушай! Слушай сюда! Друголёк. Послушай сюда. Эй, Пудгерак. Эй, Пудгерак. Я не хочу, дядя, не надо паники. Хорошо. Мистер Кривой Хук, это я. Там 1000 хп у всех уже. Слушай, ну мне страшно. Агадим есть уже, 11 тоже есть. На бесплатную ману похарасим крипов в лесу. Люблю на бесплатную ману харас создавать. Домогательство любишь создавать? Да, да, да. Подожди. А ведь когда дамажишь, домогательство реально. Харас это и есть. Харасмент, домогательство. И они бесплатные получаются. Харас, домогательство. Нифига себе ты. Сквернословный чулобек. Так, ну, в принципе, у меня уже почти есть Эгним. 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 Окей. That's good. У нас, короче, какие-то профессионалы, да, за нас? Надо было поперебанить их всех. Кстати, внизу там пацаны по 70 винрейт. Серьезно? Да. Но играют они очень хреново. Меня убили. Меня убили. Я не могу. Я не могу. Прикинь, антимаг сейчас разожрется, мы еще проиграем эту игру. Не. Не. А че, раптуру антимагу кидаешь, все, он АФК стоит. Раптура и ульт твой чистый. Да. Либо стой, умирай, либо бегай, умирай, убирай. В любом случае, умирай. Короче, давай, у меня есть Эгоним, можно один раз скомбинить. Давай. I'm ready. I am prepared. Господи. Смотри, все, я могу бегать с тобой, кидать тебе. А ты решил кабде лезть. Но шторм 700 хп, смотри, у меня чистый 650. Пару лапок накидал. Давай подождем. Ну я по КД буду кидать, они да. У меня сейчас длятся бесконечно, можно сказать. Накидывай там. Мне кажется, я его со слейва убью. На тебе и на нем. Да. Закидывай. Когда. Кинул. Сколько, одна? Да. Две еще, секунды дашь? И на нему еще. Секунда. Давай. Кидай. Кинул. У него 1000 хп, чтоб ты понимал. У него 1к хп, и он только что просто лопнул. Камон! Это жестко. Everybody move. Dancing on the floor. У меня там иллюзии фармят, короче, стаки сами, я того жизнь видел. Я сейчас даггер куплю еще, чтобы мы могли с леса это все заряжать. Пушка заряженная будет просто. С леса зарядили. Что ты там? Я жизнь там потерялся. Такое чисто радость там, веселье, угар.
Я на антимага Руптуру кидаю, его пуч сейвит. Пуч хукает. Это классика, это классика. Такие пуджи нам нужны. Чёрт. Чё тебя добили там? Меня Оракул третью кинул и меня убил. Как? Я ему пишу, ты сын. Да ты тихо, не матерись с него. Я тебя забаню сейчас, не запикивай. Рвало. Хорошо, не жопу. Жопа во время записи, когда срывает, это не очень, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Да нет, я не злюсь. Я наоборот на веселе. Правильно, правильно. Так, у меня есть Лагуна Блейд. Лагуна Блейд. Хорошо. Так, ну чё? Так, ДНБ. Я иду, да. Иду и подойду, и можно, знаешь что? Я, наверное, возьму смока, возьмем вардик и пойдем вот здесь вот куда-то, вот такую вылазку, и там лопнем кого-нибудь, там у кого побольше хп. Через две лапы. У меня почти дагер есть. Так, вардов нету, варды КД. Погнали это, слышишь, смокейч? Гоу. Заряжаешь, да? Покуда. Окей, летс гоу. Чуджик. Так, две есть, да? Мне тоже надо следить желательно. Одна. Две. И вот сюда выйдем. Антимаг, 1000 хп. Сейчас вторую пробафаешь, я бегу. Mm-hmm. Вторая есть? Кинул. Есть два, да? Хорошо. Да. Там 1036 хп. 1036 хп просто через две лапы умирает тип. При том, что мне еще не 16. Антимаг, что там? ВГ? Что, антимаг? ВГ, что? Подожди. Что там, подожди? Чего? Чё, кого? Чё, а? А что? Подожди, я не слышу, что говоришь? Чё говоришь? А-а-а, точно! А-а-а, вот она. Я пошел ману регенить, да, чувак? Вот она что. Так я и предвидел. Вижу. Награда баш, говорит. Ну, кстати, нормально шотает, да? Антимаг, наверное, в шоке сейчас. Антимагия не помогает. What magic is this? Вот это, да, как там? Да, много чего рафлянова у него. Так, смотри, я иду, лапы накидывай мне, да? Супер, герой. Что тебе надо? Одну кидай. Раз. Еще вторую кидаешь, я его шотаю. Ну, ладно, я пуджа попробую шотнуть. Две есть. Что, у меня маны нету на прокаст. Еще, короче, накидываем. О, снайпер идет. Сколько там? На снайпера кинул. Снайпера кинул. 700 хп, армлет. Пойдет. А, не фиди! Не фиди! Хук будет. Хук божественный. Проверяй, божественный будет или нет. Подожди, а что он бегает на пудже? А! Нет! Пожалуйста! Ку-ку! За что ты там шторма лопнул? Я на базу слетаю. Камон, хорош. Я запрещаю вам. Как запрещено-то как, да? Хорошо. Блин, ну это забавно. Это рабочая стратегия, ребятки. Если вы хотите пофаниться с другом в лобби, то... Да даже не в лобби, вот в папчике. Ну это вообще самая офигенная стратегия на самом-то деле. Офигенная стратегия. И она полностью рабочая, как видите, все усиливается. Стояк, там, великорусский. Вот такой вот. Славянский зашел. Яйцами. Забавная хрень, не знаю. В стиме, короче, игрушка выходит, типа. Битва русов против ящеров. Что-то за хрень какая-то, я думал. А потом пошли вот эти мимасы чисто. Ой, так, ну пойдем кого-нибудь искать. Шторма не хочу даже, у него 700 хп. Антимаг, либо пудж. Кстати, рекомендую, знаешь что? Так, 1200 хп пудж, как думаешь, лопнет? Кидай, в две есть, да? 200. Сейчас еще одну закинешь. Кидаешь? Кинул. Хорошо. А, почти. Почти, но это у меня ультимейт не третьего. Третьего 1400 с лишним снимает. Вот антимагом Руптуру кинул. Кинул. Что там Огр бегает по кругу? Эй. Бегает. Но он бежит, ему все равно, слушай. Я запрещаю вам блинковаться. Слушай, ну это овнач прям, по кайфу.
Так, у меня 16 сейчас будет. Ну, смотри, пуджа 1200 не убивает. Сейчас 16. Я Октарина сейчас сделаю, чтобы быстрее. И тебе рекомендую тоже, чтобы в 3 лапы можно было там. У нас будет 2 секунды, чтобы в 3 лапы убить. Там вообще так можно такую грязь сделать. Грю азба. Знаешь, печально, что больше никак не усилить твой. Да, никак больше не усилить, потому что это чистый. У меня было очень много идей, как это будет сделать. И через что это будет сделать прикольней. То есть это был Леон у меня, да, вот в этом, ну, в замыслах. Но у Леона... Все-таки дэмэдж не так идет, то есть я там чекал, да, даже под огромное количество лап это вообще никакого дэмэджа почти не наносится, вот, ну реально. Это только если собирать Этериал и Дискорд, и еще ему... Да, но опять-таки там очень много нюансов, и некоторые способности вообще Бладрейджем не усиливаются. Почему-то по механике карты, почему-то вообще не усиливаются, это довольно-таки, ну, прискорбно, я так сказал бы. Слушай, у меня есть 16-й, внизу пудж, ТП есть? Да. Погнали, гоу. Сейчас попробуем. У него уходит. Не, он сейчас придет по-любому. Придет, он увидит еще пачку крипчиков. Может настакивать пока. Смотри, убежал свинот, а. Ну мы в принципе в теории можем тут пушануть, вывести это все к тавору, да? Блин, я слейвом убиваю. 570 хп крипы. Слейвом просто смыл. По-любому придет сейчас кто-нибудь. Да, придет. Антимук есть. Двойка. Так, у меня два, да, заряда сейчас. Сейчас два, еще. Два. Сейчас пуч. Ага, пуч подсейвил. Второй есть? Есть, да, два? Дай вижен. Уф! Это, блин, это очень жестко. У него 1300 хп. Просто шотну. Жесть. Они, наверное, думают, блин, какого хрена у Лины так ульт больно бьет. И эффекта-то почти не видно, у меня лапы красные, да? А, из-за твоей пассивки. Да, и жесть, они в шоке, просто не понимают, что происходит. Это МХ, это по-любому. Не, ну... Слушай, как говорят хейтеры, у меня очень много комментариев сейчас пишут. Кстати, да, очень много комментариев сейчас пишут по этой теме. У Хена видосы постановочные, и стримы постановочные, и донаты постановочные. Вот так вот. Донаты постановочные? Да, постановочные донаты. Это как? Это самодонат называется? Типа самодонат, либо я не знаю, там я что-то прописываю, чтобы донат сам себе якобы закинул. По хайпе, ты, знаешь. Мне команду подскажешь, как там писать? SV, SV cheats. 9.9, Credit Good, там 9.9. Тоже хочу так знать. Ну, это забавно на самом деле. Просто это настолько, знаешь, уровень ненависти, что... Меня вчера чел говном просто люто по донату поливал. По 100 рублей закидывает и просто, ну, тотальное дерьмище пишет, что я там вообще никчемный там. Что я там хинодец. Вот это он писал по КД, знаешь. А что конкретно вот он? А почему? Просто так. Вот просто по кайфу ему. Опа, сейчас я дофармлю Октарин, да? Можно, в принципе, пойти что-нибудь шотнуть, у меня есть мана. Пойдем шотнем. Вон пуч 1300 хп. Баф у тебя есть. Да, бафай, подбафай я. Влечу там. Прикольно было бы, если бы бахал он массово, да, в Ultimate Clean. Я сейчас через Рошана пройду и бахну кого-нибудь там. Так, это какая лапа? Двойка, да? Первая. Первая, да? Накидывай сейчас вторую. Вторая есть? Ну. На. Слушай, это... Блин, это настолько круто, ты даже не представляешь. Меня главное, чтобы Рудги сейчас не хуканул. У меня маны жёг. Ну, в смысле, нету, ты понял. Я иду. На нем еще лапы. О, его соцлейва просто уничтожило. Слушай, мне вообще настолько пофиг на эти резисты, что я сейчас ливну нахрен. Сейчас я еще напишу. Жаль, они не прочувствуют вот этот твой эффект того, как тебе впадло. Впадло. Да. Знаешь, что чисто как это должно происходить? Потом, если что, будешь на видосе... Впадло играть. Ай, боже. Впадло играть. Вообще впадло играть. Слушай, ну на самом деле впадло играть, да. Контент подъехал, контент. Завози тележки. Загружай. Слушай, у меня есть хорошая новость. Да. А да. У меня есть Октарин. А я думал, у тебя хорошая новость. А у тебя Октарин. Нет.
Погнали есть, Вардик. Удачи и приятной игры. Я иду фармить лес. Удачи. Так, иду к тебе. У тебя почти октарин есть, да? Так, это же божественно. Что-то там, мне кажется, ты его с догона шотнешь. Вон, на миду выходят, настакивай. Так, я сейчас кину. Пуш, 1400 хп, 1480 хп пуш. Одна есть? Кинул. Две есть, да? Да, две. О, да ладно. Ну я сдохну, кстати, сейчас, походу. Может, Оракокл поможет мне? А, ты его законтрил, да, антимуга? Найс, команда. Да, только его. Красава. Вот это я понимаю, Тиаммате. Слушай, 1480 хп пуч с резистами? Но мне пофиг на резисты. Умирает. То есть это... Просто понимаешь, даже это через БКБ работать будет. Насколько это имбово. Что бы там ни было, БКБ, не БКБ, вы просто берете и шотаете, и все. В чем прикол сикера, вообще не обязательно как-то по-другому собирать. Он все тем же может быть. Просто да, достаточно да. раз в 6 секунд кинуть эту лапу и все. Сколько лап сикер сейчас? Одна, первая. Вторую накидываешь, я прыгну. Кинул. Есть две, да? Уф. Это, блин, что за покемон? Так, сколько тебе, да, Октарина? Да я же фармлю, блин. Давай. Еще вон? Иди на топе фармани, я тебе хилочек кину. А ТП есть у меня нет? Я дам тебе, иди сюда. Держи. И я тебе на топ хил пришлю. Там чисто это, ВТБ банк, кредиты вот эти. Это не реклама, мне за рекламу не платили. Чисто кредит тебе оформил, слышишь? Спасибо большое. Камон. Так, это есть, хорошо. Там тебе курочка летит, у тебя 1000, да, есть? В кармане чисто 1к. Минус 7000. Хорошо. Слушай, ну каково чувствует себя вот сейчас вот, да, вот в таком вот, можно выразиться, да? В студии у нас, у микрофона, так прям, на аудитории. Ну, не на большую аудиторию, да, 50 тысяч аудитория, но это, по сути, по Community Day 1 это большая аудитория, но в целом аудитория небольшая, если в мерках Ютуба это маленький шажочек, но в мерках Day 1 это огромный шаг. Каково себя чувствовать вот сейчас вот, когда тебя смотрят там, не знаю, много людей? В данный момент меня не смотрят, поэтому, в принципе, комфортно. А то ты сидишь там в трусах с жопой волосатой. Кстати, вот тут фоточку прикреплю. Так будет. Вот без этого, давайте, без интимных. Я вот эту, кстати, фотку... Ну, я, если честно, я бы прикрепил, но там овер кринжово, и боюсь, меня YouTube не пропустит потом. Помнишь вот туда, где ты переодевался? Где я там был-то? На втором этаже, помнишь? Помню. Я эту фотку недавно даже отправлял Александру. Слушай, ну это, блин... Что там у тебя? Есть, да? Карин есть. О, я иду на базу, бро. Хорошо. Там 1480 хп пуча, он лопается. Какой дэмэдж будет с трех лап? Мы сейчас это посмотрим. Получается, так, 40%... Это 120. Урона бафается, да, 120. У тебя ульт. 850. 850. Умножаем на 2 раза, это 1700. И еще 20% надо от 850. То есть пятую часть. Почти 2к, ну, да? Вот? Ну, 1900. 1900 где-то. 1850, 1900. 1900. Это жестко. Это жестко. Пойдем любого лопать. Мне кажется, блин, да даже в лейт-гейме это будет работать. Реально, вот даже в лейте. Там будет, правда, 2 секунды на то, чтобы это реализовать. Давай шторма лопнем. Раз, два. Да двух хватит. О, антимук в меду. Тройку даешь? Кинул. Да ладно, тут пофиг уже. Не успел. Я с двумя его лопаю просто. Они, я вообще, я, наверное, вижу их лица, что они не понимают, как это вообще и почему настолько много дэмэджа наносится. Д. Снипер. Хочешь? Онишот. Он сейчас в колодец станет, бедолага, спрячется. У меня уже почти есть 11 секунд. Ну, 3. Короче, на тебе ПКД сейчас они висят. Да, ну, сейчас хорошо. Пропадает. Тройка есть, да? Да, тройка. Еще раз. На. Свежие лапы. Ну, я тут, по идее, им сейчас устрою. Ух, хорошо, отходим. Я не буду пушить, как можно больше нашотать, по кайфу прям. Есть уже половина ульты, 25 секунд. Блин, это жестко, слушай, реально.
Я, если честно, подразумевал, что будет такой, да? Фан лютый контент, по сути, но не настолько круто. 1461 хп пуш. Так. Сколько, сколько у него? 1400. А, 1400. Но ему еще долго. Да, запас, да, там запас огромнейший. Так, у меня есть лагуна. Кидаешь третий, да? Кинул. Третий есть. 1000 хп шторм, у него осталось 30 хп. 30% хп. Пойдет, я отойду. 30% хп у Пуджа осталось. Ой, у Пуджа, у шторма, при том, что я ему дал просто 1-2. Это 200 дэмэджа и 320. Это жесть. Это очень много. Так, у меня почти есть уже. Мидер у нас... Кон в... Кон в Ча. А. Кон синий, типа. Кон синий. Кон в GA какая-то. Кон в GA, это чисто, не знаю, фан какой. Снайпер так, 700 хп, он армлет собрал еще. Я хочу Пуджа лопнуть, именно вот самый кайф лопать Пуджа почему-то. Есть три? Три. Дай-дай докину. Не дает. Но, честно, я думал, она чуть раньше сообразит, блин. Полторы секунды. Даггер. Выходит шоты. Так, на две сейчас. Две. Ну, надо следить, чтобы третью ты накидывал. Так. Хорошо. Ух, если бы сейчас он лапу с этого, с ульты жахнул меня, я бы сдох. Вы бы тоже, возможно. Так, я пошел ману по регению. Хекс сделаю, чтобы манапулы были. И пойдем дальше, подеремся. Блин, это жестко. Я ему... Внизу еще фарм. Забирай там чё. Я сейчас травела куплю. Я вообще такой ВМС собрался, чтобы можно было настигать любую цель, независимо от того, где она находится. Тебя сейчас настигну, хочешь? Не надо, дядя. Не надо, дядя! Чисто не надо, дядя. Ай-яй-яй, слушай. Так, есть. Хорошая идея, слушай. Дебильная озвучка, если честно. Патч. Чисто патч. Я ждался. Мясничок. Так, погнали, я бегу. Я очень далеко. Очень далеко. А, это жестко. Лопнул, да? Теперь он себя засейвил. Ай, жесть. Камон, ребятки, не забывайте подписываться на YouTube канал, на ТГшку, залетать на стримы где-то примерно 19-20 по МСК. Проводим активные стримы с читанием чата, с хорошими играми. Также можно зайти поиграть на стриме RL0 в RL0. Если хотите сыграть 100%, то это по донату. А если просто залетели и успели зайти, то никто слова не скажет. Ребятки, всегда слоты имеются. И всегда по кайфу. Смотри, он, кстати, знаешь, почему не сдох? Две лапы было. На тебе одна и на нем одна. Да-да-да, у него сколько? Да дай, подожди, уйду. У него 1860 хп. Он думает, что он сейчас не будет умирать. 1860 хп, и он думает, что он не будет умирать. Давай мы это немного поправим. Какой наивный человек. Наивный чел вообще максимально. Так вот, ребят. Для того, чтобы сыграть, не обязательно донатить. А то все постоянно мне говорят, что Хен все время за деньги. Нет, пацаны, успели, маны. Зашли. Играть. Да пусть идет с миром. Пропусти его, пусть идет. Точно? Что? Да, пусть. У меня отдых. Как палец держится на дороге. Ну если хочешь. Если прям, ну не можешь устоять, ну прям очень хочется, то давай. Ой, жесть. Че, пойдем Пуджа мусолить. 1900 хп. Знаешь, как у ковбоев этих, у вестерна. Уже в кобуре, да? Уже взведен курок, осталось только его поднять и выстрелить. Так. Накидывай по КД, сейчас пойдет на Рутгесе. Кайфарик. Антимук, что там, 1400? Мне интересно. Еще одну. Ну, давай, в принципе, вот так сделаем. Ой, жесть. Антимаг, наверное, думает, а что это как-то? Резист не спасает, что ли? А что это? Лину там такое? Апнули Лину? Да. Лина, имба. Как вы так делите? Как вы так делите? Так, у меня половина есть. Ух ты, тебе что там? Попервуд. Попервуд. Поппи. Накидывай лапи.
Лапи, накидывай мне, лапи. Лапи, накидывай. Еще накидывай. Лапи, накидывай, лапи. А вот так пишешь? Лапи, 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 дай. Лапи, дай. Лапи, дай. Кидай еще лапи. Ух ты, Криса. Ух, я сейчас могу сдохнуть. Да, я сдох, слушай. У меня КД дагер, я думал успею. Кстати, отличие, очень лютое отличие Лины 83-85, это дистанция ультимейта. На 83 она просто нереальная, а 85 она очень сильно урезана. Очень сильно. Поэтому немножко проблематично. Оракл наяривает, давай, бро. Слушай, а я же могу вот это нажать. И пуджа, очень хочу пуджа. 20 секунд до пуджа, чувак. Иду, иду, бабочки. Бабочки, бабочки в животе. Жесть. Снайпер, 1700 хп. Слушай, а он думает, наверное, что он не умирает никогда на снайпере. 1700 хп. Я думаю, снайпер так никогда не думает. Снайпер, брат, как дела? Как ты? Ай, бро. Пуджа хочу прям. 1800 хп снайпер только что отлетел с ульты. Он при армлете включенном. Ой, жесть. Миссинг. 2060 хп пуш. Мне кажется, уже не осилим. По идее, сейчас уже да. 1060. Ну, можно будет подтестить, сколько там дамаги нанесется. Дамаги. Вот и заодно узнаем, сколько точно ульт наносит. Еще разок кидаешь, и я сейчас, по идее, должен уже. Это третья, да? Сейчас будет сейчас. Сейчас третья. Но я не вижу его. Ух, это две было, Антон. По-моему. Две все-таки? Да, все-таки это две было. Очень мало дэмэджа нанесло. Значит, my mistake, значит. It's not a mistake, it's normal. Но очень жестко шотает прям. Это можно доработать и сделать еще с гибридами, но это прикинь, какая пушка заряжена. Смотри, блинканулся. Нифига он блинкается. Слушай, гений игры. По-моему, ему надо модерку дать. Это у тебя конкурс, кто блинканется под рептурой, тому дам модем. Кому больше дэмэджа под рептурой нанесется, тому модерка. Интересно, кто первое место займет. Бубацк Батчер, слушай, ну давай, раз он байбекается, надо побыстрее его отправить обратно. Первое. Первое, да, накидывай, будем считать. Вторая. Вторая есть, и третью кидаешь, я полетел. Третья. Хорошо. Блин, он убегает как раз, когда третью даешь. Но сейчас еще перебафаешь. Пак и докидаю. Третью даешь? Есть, да? Сейчас кину. И я уже потрафил. О, нормально, он гасту нажал еще до кучи, чтоб я слейвом убил его. Ну, 2000. Там маленький промежуток времени. Маленький, очень маленький. Там 2 секунды буквально нам дается на то, чтобы мы это все сделали. Я не буду пушить. Галяп. Чё? Ес, пунги. Галапляр, группа Си. Понял. Ой, ГГ. Слушай, на самом деле, очень интересный получился геймплей. И если хочешь, можно еще одну сыграть. Просто чисто для рофла. One more time. Желаешь? Да, давай. Давайте, ребятки, еще одну пропустим. Тоже такой же стратегии. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну что, ребята, загрузилась у нас вторая игра, и сейчас вторую игру посвятим вам с Антохой в этой комбинации, в этом контенте, и надеюсь, вам эта катка тоже зайдет. Обязательно поставьте лайк за первую игру, и, конечно же, ребятки, если кто-то еще не подписан, подписывайтесь, не забывайте заглядывать на канал во вкладочку видео, посмотреть другие видосы, очень много различных фановых видосов, гайды, рубрики. Самый классный видос за последнее время, это, конечно же, от колодца до колодца, рекомендую посмотреть, очень интересная реализация, и очень интересный сам по себе видосик. Ну и... приступаем к этой каточке, ребятки. Все, ничего не меняется, у нас так же самое играем. У нас будет Антоха на сикере и я, соответственно, на линии. И попробуем также сейчас закомбинить эту тему. И надеюсь, получится фаново, ребятки, фаново. Комментарий обязательно пишите, какая катка вам понравилась больше, первая или вторая. Ну, я это еще напомню в конце видео. Так что, ребята, давайте не теряйтесь. Поехали, поехали. Антон, ты заряжен? О, Найкс, кстати, по кайфу, да? Угу, нормалин. Найкс самото, ребятки, даже через рейдж мы будем пробивать этой комбинации, и вообще никаких проблем не будет. Знаешь, самый кайф какой будет, Антон? В БМ ультануть.
Да, кстати, и от Легиона тоже. Но, знаешь, в чем прикол? Теоретически я не умру. Почему? Потому что сначала ты убиваешь, захиливаешься, и потом отнимается здоровье, которое тебе нанесла Лагуна. Да ну, разве БМ не наносит? Да, урон? Да, это так и работает, это должно так работать. Это так должно работать. Если у тебя ХП хватает, ты не умираешь, ты захиливаешься. А вот мне что-то кажется, блин, что по идее так не должно работать. No! Должно сразу, но не знаю. No! No! Типа, если у тебя 500 ХП, ты ультанул ВМ на 1800 урона, ты остался жив, потому что... No! Слушай, ну сейчас посмотрим. Окей, Лего по-любому с БМом будет, он же там не дурачок, я думаю. Хотя, кто его знает? Кто его знает? Слушай, ну герои там крепенькие по виду. Да, там мужики такие, гигачарты. Мужики, это гига, гига. Не говорю гига-книга. Сноу. Так, ну что, погнали, ребят. Пожелайте нам удачи, мы пошли. У дома. Хорошо. Открытый. Там Джаггер еще в крутилке будет. Ерцбрукер, Джаггер, Лифистулер, Леген Камендер и Магнус Грант. Хотел сказать Легион Камендер. Камендер, да. Камендер. Legend Commander. У меня, надеюсь, алхимик адекватный не пойдет со мной на мид. Он, кстати, качнул ацит вместо монетки. Это говорит уже о огромном количестве IQ и скилла, между прочим. Вот так вот, ребятки. Опи, Диамонт. Блин, на самом деле пик такой у них, там грозненький, нужно будет какой-то эскейп подсобирать, чтобы не фидить. Возможно, тут тайминг немного хуже будет по Аганиму, но ничего страшного. Я постараюсь также под стаками, короче, подработать. И я надеюсь, мне монетку дадут сейчас. Ну, у Хускара у нас тут будет драка, мне кажется, за монетку, потому что Хускар очень уверенно, на уверенных щах бежит на руну. И как бы, мне кажется, тут будет сейчас... Трое внизу, у вас двое только максимум могут быть. Так, меня пилить не надо. Тут трое, да. В принципе, вы. Бей его. Хорошо. Так, этого я заколотил. Монетку взял. У меня уже второй левел, дядя. Тут не смерть. Давай, давай, их не добью, 40 хп. Ой, хорошо, блок не сработал у него, прикинь. Блок не сработал. Блочок маленький, да? Блочок маленький, да. У него блок не сработал, короче. Че, тебя там задушили, да? Задушили. Я отомщу за тебя. Vengeance is mine. Джин-джин-джани. Блин, вот я на самом деле думаю, что большинство челов в моей аудитории, да, вот оно не понимает, о чем мы вообще говорим. Типа это настолько древние рофлы, что никто не догадается. Что это за рофлы и как их они, есть. Они локальные. Да, просто. Они очень локальные, я бы тебе больше сказал. Локальные даже. Слушай, а я соло на миду стою. Это нормальная дота? Как так? А чё никто не приходит? Ну, боятся, наверное, боятся. Там внизу я видел отряд какой-то, парад. Я, кстати, как обычно, не могу у крипов забрать. У неё настолько конченый ласт-хит у этой Лины, я того жизнь видел. А раньше было хуже. Ты помнишь, какая у нее анимация была? У нее вообще жесть была, ужастик просто. Эти взрывы еще какие-то были, я помню, у нее тоже ужасно. Это просто кринж. Но у нее сам по себе тычка очень долго заряжается и очень долго летит. Ласхитить на ней... По-моему, ужасно. Реально худшая анимация просто из всех героев. Слушай, ну, еще хуже, мне кажется, у Твинхеда. Ну, хотя бы резко у него летит. Она резкая, но если ты что-то кастуешь, о, это просто жопа. Он такой медлительный, у него очень, все медленно. Очень, происходит. Очень медленный. Просто кринж. Ну что, я останом не могу попасть, это нормально? Только эмоджи с раками играют. Раками играть? Раками играть, да, манипулирует раками. Классика же есть. Хорошо, чилин спри. Чилин спри.
Ой, жесть. Это как мне... У меня сейчас, короче, хайповая тема идет на канале. Члоун. Типа, что я захожу в стриме и всех веселю, что я клоун, короче. Вот, и мне донатят, постоянно пишут клоун, а диктор говорит члоун. И вот это, короче, такой, знаешь, рафлан. Диктор тоже члоун, походу. Члоун. Так, пойду подстакаю. Чё я как лох? Как раз время уже. Что там фидят, пацаны? Не, ну алхимик, кстати, очень сильный там у нас в команде. Знаешь, у него какой КД? По-моему, 1.14, и из них 3 лива еще. Вот тут я смотрю на него просто и понимаю, что преисполняюсь энергией. Преисполнился, да, немножко? Так, это хорошо. Смотри, в общем, наша задача здесь это то же самое, повторять. У меня, в принципе, третья минута уже ботл фазы, и это очень хорошее начало, я считаю. Ботл Фьюри? Ботл Фьюри, да. Сору не узнал бутл. Ой, жесть. Мне как-то в гайде, парень, я подбегаю на руну, да, хочу взять руну резко, короче. И чел перед носом прям забирает, не останавливаясь, и пишет: Сору не узнал бутл. Я даже не узнал бутл? Да, Сору не узнал бутл. Это значит, незнакомый бутл ему попал? Наверное, я не знаю. Сору не узнал бутл. Да, блин, ничего не добиваю. 17 крипов на 4, это ужастик какой-то. Все прогуливаю. Это просто кринж. Сору не узнал бутл. Ерсбрукер ко мне пришел. Писурницу дает. Это нормально? Так, хорошо. Главное, чтобы не давал 3 Айрон Брюнки. Айрон Брюнки, да? Брюнки именно какие-то. Железные брюнки. Жесть. Вот Дота далеко шагнула, да? Назад. Чисто назад шагнула. Отступила. Отступаем. Чисто такая Дота у нас. Дота первая уже далеко отступила, да? Как Олфа говорят. Времена уже не те. Эх, не те, раньше было лучше. Знаешь так. Ну, по факту, да. Раньше солнце светило ярче. Пипир хорошо стоял. Вот это правда. Да. А сейчас уже чисто понюхать. Жалко этого добряка. Сейчас бибирка только понюхать, чтобы дать. Больше ни на что не годится. Дэйм, бро. Пойдем, я пойду Джаггера, короче, лопну. Что-то он себе позволяет там. Позволяет. Айрон Брюнки. Да что ты там крутишься? Мне все равно, что хоть крутись, хоть закрутись. Закрутилась, как этот, знаешь, слив в унитазе. Чисто слив в унитазе докрутился. Криками Джаггернаут! Ага, и в таверну. И полетел с этими криками. Ай-яй-яй, я сейчас уписаюсь. Но вы это все равно не увидите. Может, услышат? Это, конечно. Ох, нифига, нам почти. Он лес слил, прикинь. Лес слил. Сливает же лайн там, знаешь. Управляемый лес. Лес, которым управляют. Так, я куру возьму, спасибо. Так, Рубенчик фармит, да? У меня бутл, брат, бутл. Так, 34 крипа на 6. Это плохо. Че у тебя по крипстату, кстати? Ты хорошо фармишь там? 9, 40 у меня. 40, нормально. Я чисто, не знаю, я ни одного крипа добить не могу. Тупо анимация мусор. Ну, вообще-то я мусор, как бы, по большому счету. Меня бы вынес бы кто. Мусор. Мусор. А у меня еще было, недавно на гайде писали команда пуссер. Именно не мусор, а пюссер. Пуссер, сейчас напишу. Команда пуссер. Пуссер. Блин, это шо, дядь? Это мне, брат. Это мое. Напишу ему. И он фармит мои стаки на алхимике, чтоб ты понимал. Он реально мусор. Ну он джениус просто, походу. Камон, братан, ну это неинтересно, когда ты мои стаки собираешь, бро. Я вынужден не фармить лайн, а дефить свои стаки от алхимика. Это классика, когда играешь против тиммейтов. Я пишу по-вежливому, надеюсь, он адекватный.
В то же время алхимик. Да, да! Да, да! И дальше фармит. Я тебя понял. У меня почти аганим есть, по сути, так, если задуматься. А, есть ТП на низ? Есть ТП Блин, на низ? У меня вообще ничего нет. У меня ни маны, ни ТП, ничего. Я просто в фарм. Да убегай, просто кайти их. Если не можешь дать... Не можешь вжарить, беги. Можешь вжарить, не беги. Все просто. Хорошо, там Найкс еще безмятежно фармит лесочек. Но мы потом нагрянем к нему, как гром с небес. Как думаешь, ребята, оппоненты немножко шокированы будут, когда мы начнем делать комбинейшн? Комбинейшн? Комбинейшн любого может впечатлить. Да, мне тоже кажется так. Оп, хорошо добил. Блин, я какой же я сильный. О, намазывай, намазывай маслом мои мышцы. Чисто намазывай меня маслом. Слушай, ну у нас все лайны просели, да? Кроме центрального. Ну ты против двоих стоишь, тебе намного тяжелее. Я-то хоть тут челов позоню. Ладно, мы справимся. Ты, главное, не переживай. И если что, ФФ не пиши и не ной. Хорошо? Я уже наготове был. Вот так вот, да? Сейчас мотор завелся. Мотор ревет. Мотор. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Понял? Песня Рамштайна. Мотор. Мутор. Мусор. Мусор. Вот эта песня. Мусор. Мусор. Так, я как обычно два стака закэмпил. Кэмпил застакал. Смотри, там в лесу кириешки бегают. Лох полы. Так, ну я смотрю, тут у вас не весело ни хрена. А что ты делаешь? Камон. О, меня Джага обоссывает. Он мои стаки опять фармит. Он неадекватный. Ну, это, кстати, моя кормежка, да, вроде? Сзади еще. Ух ты. Эх, ух ты. Вот так сделаю. Станом попал, я молодец. Хорошо. Он мои стаки фармит на алхимике и лес сливает. Смотри, он опять лес слил. Я говорю, что алхимик сильный. Ну не повезло, не повезло. Ну он немножко лес сливает, но ничего страшного. Так, у меня есть 11 и почти аганим. Блин, я Джаги ульт пережил, это как бы, ну, очень круто. И не сдох, еще на развороте, да, подкайлил. Накалил. Накалил пацанов сзади еще. Так, 960, да, у меня очков. Буква. 350 очков. Есть аганим. Слушай, я готов первую вылазку сделать. Там Найкс вышел тоже с леса. Но это потное будет, слушай, это потное будет. Это потноватое будет. Гнобят, гнобят. То, что нужно будет. О, о, пошло, пошло, я про это говорил. Плюс контент. Да. Хорошо, короче, смотри, что делаем. ТПшка есть. Ты, где ты ходишь? Нет. Ты внизу, да? Внизу. Они, я думаю, в лесу у нас. А, хотя на топе двое. Ну, сейчас тут по-любому кто-то сюда придет. Гним есть. Можно подрабатывать. Угу. Тут Рубен ходит. Арутович. Уижу, да? Пойдем Т-шку сломаем, да? Они сами придут сейчас. Я могу вот такую штуку сюда ткнуть за спину. Мы будем видеть подход. И надо подпушивать, то есть теоретически нам нужно еще и выиграть же это, правильно? Поэтому давай немножко вот так сделаем. Т-шку сломаем, и можно будет куда-то пройтись. Можно в Т2 пойти, в принципе. Хорошо. Идем Т2, там пуджей нету, это радует. О, пойдем вот сюда, пойдем туда. Я уже обхожу. Накидывай. 800 хп на экстон. Так, две есть, да? Еще кинешь? А, у меня на 3 уровня. Хорошо. Четенько. Четенько. Все, теперь по КД. Хорошо. Я бы такой Т2 бы пошел бы подефил на базе. Потому что у нас что-то там пушают, пацаны. Ну, ты Blood Rage. Я пробегусь. А то на топе... Да, ну нормально, я тут по идее дефну сам.
Главное, ульты не поймать их. Смотри, если он будет дуэлька давать, он будет давать. Даю ТП. Хорошо, вот этого тоже не отпустим. Раптура есть? Нет. Ага, нет. Ну, тогда я поспамлю немножко. Я думаю, сейчас поддогоним. Жестян быстрый, но он на коне, ё-моё. Попаду? Эх, не попал. Ну, с руки его насиловать. Жирная свинья. Вот ненавижу за это легиона. Какой бы там ни был игрок, то есть максимально вообще такой персонаж просто... И все, типа, тебя уже не существует в этой жизни. Так, у меня есть аганим. Я продаю, покупаю два... А, опсов нету. Ты взял, что ли? Я ни одного не покупал. Ускар берет, ставит, прикинь. Я предлагаю смакануться и пойти под лапами кильнуть. Хоть Рубена, хоть кого. Поехали. Чисто первые фраги такие, знаешь, шотовые, мы можем спокойно. Алхимик аганим делает, что ли? Он делает, походу, да. Да, давай чисто так это, накидываем и двигаемся. Я сейчас с лейвом смою тут крипов, кто-то придет дефить. Хорошо. Так, две есть, да? У тебя две минимум будут. Две минимум, да это хорошо все равно. Так, вторую даешь, кто-то дефит, мы убиваем. Дал, да? Я вот так сделаю. Еще есть? Есть. Пока докидаю. Пока дай накидывай, сейчас туда кто-то вылезет. Там Найкс пошел вот сюда. Ага, вон идет Найкс. Нужен вард просто, вардов нету. Пойдем вот сюда к лесу. В принципе, я могу на низ ТП дать. Так, первую накидывай. Кидай первую. Я буду смотреть и ТП под ВКД сделаю. Все, пойди, успеваешь. Есть, да? Да, кинул. Хорошо. Отлично. Спасибо. Нужно варды. Я буду варды скупать. Будем сами лес вардировать. Да? Надо вот у них в лесу где-то. Да-да-да-да-да. Я взял вардик. ТП-шку, манку. Все, иду. Там на Екс где-то еще колотится. Во-во-во, там еще и Ерцбрукер, прикинь. Давай, жду тебя. Я бегу, но у меня лагуна КД. Но если что, прокаст очень сильный. Я бы такой юл бы еще сделал, потому что у нас небольшая проблема будет с Джаггером, с его ультимейтом. Я могу отлететь просто на изи. Под амплификация, прикинь, ультанет меня. Это прям будет страшненько. Вот так, ну, сделаем. Я рядом встать и юл на себя прожму. Так, 10 секунд, кто-то выйдет сюда, может умереть. Блин, Рубик этот достал, он дефицит постоянно. Есть там еще. Две, да? Две. Хорошо, это смоем, пойдем сюда. Раскидывай по КД. Двойка есть, да? Поле. Двойка. Есть две, двойка, да? Да? Хорошо. Две, отлично. Вот сюда, гоу, тогда. Вообще, они даже не... Вообще никого нету. О, вон, вон. А вот он, вижу. Хорошо, две есть, да? Две, две. Хорошо. Пойду дефну на топе, на базу схожу. У меня есть почти Октарин, я так думаю. Половина солбустера уже. Хорошо. И нам, знаешь, что желательно сделать? Нам нужно отрезать вот этот тавр, чтобы они постоянно крутились вот здесь. Поэтому мы сейчас, скорее всего, пойдем пропушим. Я отдефаю мид и низ желательно дефани. Под фарме. Мне кажется, будет очень... Очень круто, если мы сейчас это сделаем. И потом соберемся. Я как раз 16-й приобрету. По левелу. Хорошо. Пойдет. ДДшечка нафиг не нужна. Но алхимик молодец у нас. Старается прям. Вижу. Старается. Если алхимик, блин... О, кстати, мне аганим запулит, это будет круто. Я свой продам, это плюс золотишко. Так, что там, тебя убивают? Ой-ой-ой. Да, смотри, не погиблый сделай. О, крутится волчок. Смотри, думает не-е-е. Такой, я неуязвимый, меня не убить. Если, кстати, сало ловит, умирает 100%. А, не ловит. Я на низ ТП дам сейчас. Фейкер, без даггера, штури.
Шейкера там нету, сюда я лечу. Уже на месте. У Найкса 900 хп плюс армлет. Вообще не страшно выглядит. Так, я тут. Единица есть. Двойка. Я не вижу просто ни хрена здесь. Так, Рубика Дагер. Надо дальнюю точку вот здесь подвардить. И зажать их. Ох ты, блин. Ворвался, чувак. Да ты что, на леге? Он такой на уверенных таких щах на легионе побежал. Заюлил Найкса. Ой, я, блин, стандал. Не успел отменить. С руки бью. Хорошую раптуру туда. Солью его. Найс. Джага идет. Ультует, да ты посмотри. Делим. С первого уровня. Мне кажется, не догоню. Нету маны догонять его. Я подваржу. Я тебе первую кинул на пью. Да, спасибо. Хорошо. И я, наверное, на мид ТП дам и на базу схожу. Хорошо. По кайфу. Блин, ну, прикольно. Считай вдвоем, да, чисто против пятерых. Алхимик. Это я это уже видел. Алхимик массовку создает, чисто. Хорошо. Так, у меня почти акторинчик есть. Рубик, кстати, такой. Молодец, дагер купил, да, не что-то там. Что-то там, где-то там. Да, блин, ульт не откдэшился, я бы его сейчас убил. Он хотел у меня ульту украсть, наверное. А ты украл у него жизнь. Так, я, возможно, даже, знаешь, еще рассмотрю покупку рефреша тут. Прикинь, просто тыщ. А что еще добавить к такому прокасту? Тут реально только рефреш. Да, рефреш, считай, минус 2 сразу, причем. Это настолько быстро произойдет, что... Ребята даже не успеют понять, что произошло. Что это было? Моего ему синдрю. Жесть. Так, камон. Я, в принципе, готов. 16-й есть, можно работать. Пойдем в Т2 сюда, они сюда придут сами. Сами придут. Они уже тут, по-моему. Да. Накидывай. Рубай на шот, ну вообще пофиг. Или на Икса. На Икс самый сладенький. Второй есть? Я второй. Кинул. На Икса. Я умер, скорее всего. Тут еще и Джага. Кинул Юл ему. Ну, я, может быть, уйду, но не обещаю. Если на развороте слейв дайм, хорошо. Там просто рубенчик. Может, отхилишься. Может. А, он бегает по кругу. Я Рубена, может, сейчас солью. Я иду. Вот так сделаю. Делю. Хорошо, чуть-чуть подделил. Кинул тебе первую. Спасибо. Найс. Пойдем Т2. Пойдем. Я руну чекну. Блин, разваливаем. Ну, Юла, кстати, не хватает. Я уж столько раз бы сдох, если бы чуть-чуть мне... Вот я сейчас Найкса близко подпустил и шотнул ЕСа, да, потому что он был что-то как-то повижен пораньше. И я мог сейчас за это поплатиться очень сильно прям. Самое тупое, что придется из-за Легиона гем таскать. Он лотар сделал. Сейчас кто-то на дев придет. Я Октарин куплю и потом на гем могу. Хорошо, накопить. Накидываешь? Так, это один. Вот, сейчас один. Один. Еще нет второй. Угу. Скажешь, вторую я закину. И два. Кинул. Вижен. Ну, тут вард стоит, между прочим. Ой-ой-ой. А, вот тут кто. Не достаю. Не достаю. Ну, структуру успел. Да, я там там вард стоит, надо подснять. Сорян, я как бы... Я не доставал. Была бы это 83-я, я бы сразу помог тебе, убил бы его. Зачем армлет вырубаешь? Жесть. Так, знаешь, что сделаем? Давай вот такую штуку сразу возьмем. Мне кажется, это будет очень оптимально. Тебе его возьмешь? Ну, я пока что могу. Сеня здесь, я IT, походу. Даже вот, блин, на фейк-аккаунтах, да? Нет. То. Печально. Меня бы уже 300 раз убили. Если, блин.
Ладно, пофиг, не гони. Запомни, гонщики не гонят, гонщики гоняют, да? Гонщики. Ау. Так, хорошо, есть. Пойду топ, наверное. Иди, пойдешь на топе фармануть? Иди, ну, тебе как раз, надо, да, как почему? Раз, как раз. И я к топу стянусь тоже. Куплю вардик один, положу в куру и пошлем вот сюда. К Т2. И как раз задевардимся. У них вот здесь стоит вард. 100%. Потому что Найк сразу начал убегать, как только я получил 100% разряд. А что если 100% разряд? 100% депозит на первое пополнение. О, жесть. Как быстро получить самый лучший разряд? Очень просто. Ты можешь получить сикера, сикера, лапы. Погнали туда. Накидывай мне. Пока, да. Есть? 3. Спасибо, извините. Мы тут мимо проходили. Я просто мимо проходил. Проходил. Хорошо, Синтриак стоит, смотри. Додумались до чего-то они там. Ну, можно тут, по идее, сейчас подзависнуть. Вон там кто-то еще был, слышишь? Тут подзависнуть можно и вон Найк, смотри. Дал тебе первую. А, иллюзия. Две тычки. Иллюзия. Я думал, иллюзия. А это иллюзия, говорит. Две тычки дал и прокаст просто под двумя или тремя лапами. Это иллюзия, говорит. Слушай, ну было похоже, so close. А ты прикинь, его иллюзия сколько бы как бы впитала. Да там, мне кажется, иллюзия сразу лопнула бы. Сейчас Лего сюда придет, накидывай мне. У меня гем. Я пофиг, а Егу шотну. Вообще плевать. Пойдем, аккуратно пройдемся. Вот сюда. Кукарику. Хорошо, так, две лапы. Это шейкер. Шейкер, шейкер. Сейчас мы тут снимем. Сначала свет выключенным, а потом задевардим. А нет, не удалось. Хорошо. Даешь? Я, мне кажется, сейчас вниз полечу. Как думаешь, полечу я вниз? Так, это у нас вторая, да? Давай под третью полечу. Можешь заранее нажимать. Да-да-да. Да-да-да. Под третью полечу. Кинул. Есть? Кинул, кинул. Тебе 2 секунды. Камон, бро, как дела? Ты чё ТП там? Нормально, я справлюсь. Ну ты его видишь? А у меня ж гем. Ты меня не видишь, что ли? Дверь запили мне. Зачем мне тебя видеть? Жесть, сколько у него там хп, я что-то так не подсмотрел. Но это очень имбово. Сливает просто на изи. Так, еще вардик беру. Там вард сняли уже. Да будем завижен этот воевать сейчас, мне все равно. Сейчас в миду кого-нибудь шотнуть бы. ЕСа могу убить. Он сейчас Като будет ластхитить, нет? Не будет. Окей. Там ребята дерутся. Пора убивать. Даешь единицу? Кинул. Хорош. Еще разок даешь, я и Найкса тоже. А, Найкс лопнул. Ну, даешь? Наперед, прыгаю там. Кинул, кинул, кинул. Хорошо. Здорово. Че он идет на меня на ЕСе? Это же жесть вообще, без вариантов. Я не дам вам тут вижен, пацаны. Хорошо, ну алхимик красава. Смотри, что он собирает. Он просто на профессионал доту хочет. Камон. Так, у меня почти есть. Хорошо. Ну я, короче, жду сейчас, кто выйдет. Ну Лего, скорее всего, выйдет. Мне кажется, что там. Так, один есть, да, заряд? Один есть, да-да-да. Второй заряд есть. Второй. И три. Нет, не успел. Давай. Нормально, до 2 хватит, я так думал, что третий ждать можно с 2 убить. Третий заряд это чисто на 2000 хп. Прям вот то, что нужно. Так, давай я, знаешь, что куплю? Хекс. И травела желательно, Лего вон фармит. Я сейчас пойду. Идешь со мной же, да? Да-да-да. Хорошо, вот здесь Лего 100%. МХ подсказывает. Ты пока без маб, ты пока без баф. А, у тебя маны нет. О, нет МХ, блин. Да я на базу схожу, сейчас хекс куплю. У меня уже, в принципе, он есть. И на топе есть ТП у тебя на топ? Там есть. Дефнуться можно. Даже нужно, я бы сказал бы. Конечно. Хорошо, дефайся. Я пока в лесочек. На пенечек сел. Косарь отдал.
Коцарб. Коцарб Одауб. Хорошо. Могу по КД 1-2 бафать, по идее. Так, ну что, я готов. Туда они не идут. Можно пойти в Т2, они сами к нам придут. Блин, мне бы алхимик, если аганим сделал бы. Какой же это кайф был бы, я бы один слот освободил. О, смотри, там Джага 1100 хп. И Найкс на миду 1500. Ну, конечно, Найкс, очевидно же. Погнали. Так, бах. Две, да? Хорошо. Этого тоже заберем. Да что ты там крутишься? Сейвится, сейвится. Ты видел? Ты видел, я, короче, беру, отменяю, да, чисто, но он, короче, занервничал, погиблый сделался. А у него выбор был, кому отдаться, просто. Да. Ну, он сделал свой выбор. Твою пользу. Пойдем Т2, наверное. Блин, Лего опять по низу идет. Я продам сейчас эти фазы. Фазы и куплю травала. Вот так вот сделаем. Он не сломает нам, крысеныш. Я могу прямо сейчас полететь, но, блин, ты тогда без бафов останешься. Я орну, если он сейчас себе захавает, аганим. Он мне несет его. Слышь! Этот алхимик 1.15 несет мне аганим. Нет. Мимо прошел. Нажми на аганим и нажми на меня, бро. Даст он или нет? Он нажмет, должен нажать на аганим и нажать на меня. Че? Он ходит. Химик, дай аганим. Давай, у тебя получится. You can do it! Жесть, он вообще не вкуривает. Чё, зачем? Так, окей, вот лапы сколько? Желающий. Три. Две, да? Три? А, ну давай тогда. Поехали. Пойдем вот этого еще. О, там этот, киндер-сюрприз! Не бил, не убежит. А, не убежит. Лопнул просто. Вот тут варк там опять поставили. Угу. Даст он мне аганим или нет? Этот зелебоб. Накидываешь мне лапу, я внизу шотну. Давай. Это первое. Это первое, хорошо. Сейчас он поймет, что никто не дефит. Даст он мне аганим или нет? Забрал мой. Эй! Нажми! Додумается он, интересно. Может, он троллит нас просто. Не дал! Камон! Красава! Красава. Все, я продаю, мне слот освободил. За это модергу. За это модергу, брат. Низкий поклон, почет, начет, начес. Он такой думает, а где мой аганим теперь? Он же мне статы давал, да? Слушай, ну он красава, дал, додумался, да? Но я тогда рефрешер бахаю. Иду. А, я дурак. Иллюзии, да? Да, иллюзии. Ча, мы знаешь, что сделаем? Я бегу уже. Варды у меня есть. Ух, алхимик там душит. Нифига, дай ему фражочек, пусть он возрадуется. Вот это ему скажи, заагоним тебе. Камон. Так, я уже здесь. Удачи и приятной игры. Че, погнали, пройдемся. О. А вот и он. Ох, вообще ноль дэмэджа. 2800 хп там, ты видел? Фига, рейд босс. Там 2800 хп. Откуда-то ну, резко появилось. Только с рефрешером. А сейчас рефреш будет тоже. Значит, no way. Пойдем вот здесь варданем. Блин, красавчик на химике, да, лаганим? Я вообще в шоке. Как так совпало, да? Ой-ой-ой. Кто-кто-кто? А, я далеко. Я нормально, по идее, справлюсь. Я дал ему юл. Дал юл. Да я справлюсь. Я успел. Рептура на нем. Дал тебе первую. Ультану. Не прыгнет.
Да ты запарил. Нормально, нормально. Пойдет, пойдем. Не знаю, мид чуть поколотим. А то они в себя что-то поверили вообще же есть. Иди сюда, дядька. Вообще со слейва ничего не нанес, видел? Но у него резист. Да, резист, плюс у меня лап не было, вообще дэмэджа нет. Вот такая лина мне нравится. Вот прикинь, если постоянно бы так вносила дамагу, вообще пушка. Имбово. Так, ну у меня это... И рефреш я сделаю. Хорошо. Можно просто будет прыгать, дыщ-дыщ делать. Прикинь, как круто, тенечка какая. Так, мид мы им сломали. Пойду еще раз вард поставлю. У нас драка за вот эти какие-то варды, да? Так, мне летит рефреш. Зачем он их снова ставит, если у тебя гем? Ты всегда в плюсе. Ты бесплатно снимаешь. Ну да, бесплатно снимаю. Он, не знаю, пытается драться за свою территорию, наверное. Так, смотри. Лего вон там пошел. Сколько лап у меня там? Две, да? Три. Это третья, да? Ну сейчас, секундочку. Вон Найкс пошел. Yes. Давай, может, вниз. Сейчас тебе еще одну дам. Успел, да. О, вообще ему так пофиг, я умер. Что-то у меня есть подозрение, что в БКБ не хреначит. Может быть. Может, амплификация не работает в БКБ? Возможно, возможно. Он вообще, он так на уверенном, знаешь, нажал кнопочку и душанул. Причем я ему нанес, я думал его через успеть захексить, я не успел захексить его. Но с ульты даже половины ему я не снес. Даже с ульты половины не снес. Но у него у самого там 3000 хп, как бы, можно начинать с этого. С этого момента, как бы. Лего гем забрал. Уф, алхимика разобрали. Слушай, ну легиона только толпой, мне кажется, гасать. Там у тебя сейчас, походу, будет веселуха. Убегает свой по кругу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, побежал. Юльчик спасает. Да, Юл плюс фазы нажимаешь, там вообще столько МС у тебя. Плюс еще там лоу-хэповые есть. Слушай, ну там Тараску Лего собрал. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Посрезаем мелочевку и легиона будем уже, наверное, с руки колотить. Как-то нужно будет аккуратно все это обставлять. И сейчас в Т2, наверное, будем дефиться как-то. Лего Рошу пошел, походу. Сейчас я Рубика, может, убью, если он меня не видит. Не, он тебя не видит. Хорош. Вообще легчайший, да, получился? Да. Жестко. Ну, сейчас туда придет, наверное. А, нет, он на миде. Лего там. 300 хп у него. Но надо его хексить, мне кажется, и через два ульта. Дыщ-дыщ чисто так. 300 у него с выключенным армлетом. Жесть, имба. Конечно. Ну, 300, мне кажется, мы можем слить. Через две. Нотки два быстренько. Ульта убьет его, да. Если, конечно, БКБ опять его не спасет. Давай вот так сделаем. А не в Рошане, мне кажется. Пойдем прогуляемся близ туда. Я иду. Мы сделаем вот сюда вижен. Вот так сделаем. Я не хочу заходить, потому что если... А, да, вот да, он. Да. О, хекс. Ох, не даю хекс. Уходи, 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 уходи. Нормально, он нормально. Он умер. Наверное. Там кура полетела. Гем забирать, что ли? Так, гемчик есть. Я тут заваржусь. Забирай. Есть куда положить? Все, хорошо. Сейчас проверим. А, ты уже... я снял, да. Давай Рошана заберем, у тебя есть лот, да? Хорошо, мне гем положим, а тебе Рошана. Мне кажется, нормально будет. О, найс, стан видел, учись. Сниз падает. Быстро забираем и уходим. Дропнул гем. Ладно, тогда я уберу тогда или ты? Давай, я не знаю. Возьми ты. Хочешь, ты возьми. Ну, да ладно. Пофиг, бери ты уже. Уже гем отдал, я что-то подожму. Нормально, нормально. Я думал тебя, чтобы тупо, чтобы ты бы всегда был со второй жизнью, а я буду рядом ходить и просвечивать. Да, 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 тоже верно, но пофиг уже. Уже сделали. Так, есть. Мы можем, в принципе, вот здесь сломать, что нам, в принципе, необходимо. Потому что у нас низ постоянно пушится. Нужно, наверное, сбалансить. Ты в курсе, у нас еще хускар есть? Замечал его иногда, да. Пойдет. Лего по-любому сейчас куда-нибудь сюда пойдет.
Но мне главное захексить его, а там дальше. Короче, уничтожим. Мне надо лицом торговать сейчас. Да не, нормально, так же играй, как играл. Это чисто под сейф, вдруг что-то, ты без гема, тебя подцепят, убьют, а так я помогу. Можно лапы накидывать по КД мне. Сейчас подвижным убьем кого-нибудь. Так, это две лапы, да? Две. Хорошо. Три. Три есть, вот три по КД подстакивай. Хорошо. Так, три, да? Сейчас дефить будет кто-то. Эк. На тебе три. Три, да? Хорошо. Ну, я ждать момент буду. Третью кидаешь, убиваю? Три кинул. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ну, я, кажется, второй раз умер, бро. У меня есть ББ, если что. ЕС очень жестко ворвался. Ну, ты живешь. У меня рефреша не было. Мне нельзя блинк сливать. Вот в чем прикол. Нельзя блинк. Ну, я подожду реса, я не буду бэкаться на этих, на щах. Гем скинули они. Вот, блин, жаль, а еги у тебя не было. Да, да, вот сейчас прям почувствовал, что не хватило. Но он опять-таки, он дуэль не давал, понимаешь, на леге. Какая вероятность, что он бы меня после реса дуэль не дал. Так что, может, оно и к лучшему. 3200. Блин, это легиона машина. Там любого шотуем, кроме леги. Просто надо выжидать. У ЕСа 1900 тоже шотнем. Я нормально, его я подконтрил. Так, Хускар стоит АФК. У нас есть еще Z с темпестами. Кстати. Я купил гем. Хорошо. Ну, наверное, блин, я не знаю. Олега не должен спушить. Че, попробуем его подбить с Хускаром? Давайте. Конечно. Пробуем. Только хреново гем. Гема нет. Вот тут стоит. Либо тут справа. Вот он стоит тут. О, как я четенько сделал. Хорошо. Прочитано. Идеально. Пойдет. Я по Макшу, короче, двойку на деф, если что, от Z там, чтобы по товарам не попадали. Опять он там варды снимает. Короче, смотри, план. Беру гем и погнали. Прям можно топ смело или мид. Блин, им что, знаешь, что самое им по кайфу? Это где уже, там им лучше, потому что у них прокас такой массовый. В узких территориях им прям по кайфу драться. Прям очень гем по кайфу. Это всегда лучше. Да. Мид мы-то на изи сломали, потому что там позиционку полегче подобрать. У меня проблема, сейчас нужно варды ставить как-то. У меня слота нет. Поехали. Сейчас выпадет уже, там 2 минуты оставалось, когда в таверне был. Давай по лесу пройдемся, хексуля есть, если что, на хекс и на ульт. На хекс и на ульт. Ах, не успел. Ой-ой-ой, живешь, да? Так, меня их осломом прыгнул этот таракан. Да, жесть! Просто расконтролили, но я ББ жму. Я иду. Заберем. Кинул тебе первую. Да не могу, вижена нету, прикинь. Давай вот так сделаю, пофиг. Я ему догон. А, ну ладно. Заберешь того? Хорошо, четенько. Лего 4 секунды. У них тут вард стоит 100%, они так разыграли сейчас, хорошо. Я на его подниму. Да, давай. Поднял. Хорошо. Отлично. Слушай, ну Лего идет в инвизе. По-любому. А у нас детекшена нет. Нету или... никакого детекшена, но тут вроде был, что выбили меня тут же где-то, да? Забрали. О, а вот он. Я подберу. Хорошо, есть хекс. Смотри, он там стоит. Вон у меня он... есть ульт. Я хексану его. Не успею. Пойдем по топу просто смело. Надо вот тут снять вард. Хорошо. Все, найс, ломаем топ. Блин, вообще, динамика, да, в катке такая, подпотеть чисто. Кайфом. Такие катки, да, я люблю. Не такая, как предыдущая. Хорошо. Да бей спокойно, пофиг. У него даггер же не появился? Не, нету даггера. Если что, я хексану не пофиг. Он внизу там кайфует. Хускара убивает. Для него фраг важнее дефа. Так, я же хильнуться должен. Не работает хил, видел? Странно. Лапы багаются, короче, иногда.
Я не буду лезть, не буду. Он в прошлый раз эхо слэм меня дал. Хорошо. Ой, БКБ жмет. Давай отойдем, у меня нет байбека. Иди. Я вниз раскайчу немножко. Давай. А я к тебе полечу. Пойдем. Сейчас лагуна зарядится, можно будет шотнуть. Они в дефе тут будут. Блин, интересно, тут вард есть? Закинешь двойку? Да, стоит. Блин, они молодцы на дефе, да? Поставят варды и кайфуют. А, микро КД, прикинь. Я видел, вроде есть же на микро КД. Так, сколько есть? Две, да? Три. Третья, да? Подойдем сюда поближе. Третью сейчас бафнешь, я шотну. Бафнул. Третья есть, да? Сейчас будет еще раз. Ладно. Хорошо. Нормально. Все, мне не хватает, ребят. Все купить можно и все. Мозги, например. Кирасу пусть купят. Хоть чуть жить будет. Кириса. Так. Окей, у меня почти есть тут. У меня есть рефреш и есть хекс. В принципе, я могу тут заряжаться сейчас. Кто там? Лего? Ну, Лего две кнопки могу попробовать. Кинешь? Я руптуру на него кину. Он дальше пойдет. На тебе две. Ну, я дерусь. Но нагон, я бью его. Хорош. Найс. У него сало еще. А, ты юльнул, да? Да. Это плохо. Не вовремя. Давай отойдем. О, он прыгает меня. Вот это вообще жесть. Блин, не хватило дамаги там вообще никак. Слушай, в рейдж, по-моему, не хреначит. По-моему, не хреначит в рейдж. Модификация, да, что-то ощущение, что... Как будто не работает в рейдже. Слушай, у меня почти есть уже. 9 секунд. ЕСа можно шотнуть, в принципе. Я буду. Два на тебе. С тремя. Две есть, да? Третью кинешь, я прыгну. Три. Да дай ульт. Обходит фиссуру, ладно, тебя жмыхну. Не, дамажит. ИДЖ обходят. О, хорош. Заюлил. Я захиксую его, потому что он такой увертливый. Нет? Криса на ЕСе. Достал, хорошо. Лего 40 секунд, давай низ сломаем. Ой, хорош. То есть, нормально комбускнули. Байбека нет, если что. Так, у меня почти есть заряд. У них там трон падает. Но, в принципе, мы показали довольно-таки неплохую каточку. На 0 ПТС, да? Думал, легче будет. Ну, интересно вышло. Такие катки по кайфу. Особенно для контента. Так, это 2, да? Ну, ГГ. Кстати, они проиграли. Пойдем под колодец. Успеем? Не успел. Ну, слушайте, ребят, получилась у нас прям максимально интересная катка. Такая, знаете... нервичком, с камбэками. И что я могу сказать по поводу этой комбинации? Эта комбинация максимально четко заходит. И если вы хотите, попробуйте с другом, с кем-то, да, также по дискорду. Это реально очень годно и очень круто. Обязательно поставьте лайк за такую реализацию, конечно же, и за саму идею. Если вам понравилось, обязательно, ребятки. Ну, также не забывайте подписаться на ютубчик, на ТГшечку и залетать на стримы, друзья. Для вас старались. Антоха, тебе спасибо за то, что ты снова вернулся, за то, что ты помог сделать эту идею. И в целом... Я думаю, ну, ребятки, будем, конечно, вас баловать контентом. Тебе сами как игры понравились, Антон? Мне понравилась не сама игра, а то, что вот, в принципе, вот наш интерактив, который происходил, это взаимодействие, это было интересно. Это прям, знаешь, кайфово, да, такая синергия получилась, да? Да, да. Вот это, ребятки, самое кайфовое. Ну и что ж, Антону спасибо огромное. И на этом все, друзья. Всем до скорого. Всем пока. Камон. Отлично. Ну, я считаю, что прям неплохо. Врыв, Антоха, твой засчитан. Галочка.